Ну ничего, ничего. Так, да, это пройдено. Так, тут надо трех персонажей, три части щита. Так. Люпин-то что так боится? Да что ты тупишь? Капывай давай. Волшебница серая. Так, у меня, да, челик спасен. О, а теперь просто ждем, пока она снова эту хрень не сделает. Опять ждем, просто так. Так, ну, во, отлично. Эй, все. Так. Так, тут ничего нет. А надо вот это сделать. Так, да-да-да-да-да-да, листья, листья, листья. Вот эти штуки. Нет, цветочки мне уже ломать не нужно. Мне вот то только нужно сделать. Чтобы разблокировать выход. Несмотря на то, что все-таки не так уж и быстро, но все же в сравнении с тем, как это было, когда я в первый раз эти уровни все проходил изначально, это, конечно, не сравнится. Да что ты? Да чё ты там стоишь? Фу, дебил ты конченый! Уйди оттуда! Всё, всё, всё. Идём. Так, ага, тут персонаж есть. Питер Петтигрю. Так, ага. В рояле. А, вот там. Как он там оказался вообще? Так, все, строим мышеловку.
Так, ага, еще не все. Окей. Гермиона, красная толстовка, да? Да, это я помню. Это я очень хорошо помню. Так, этот кубик, который летать начинает, при том, что он даже не кубик, а шарик. А, что я несу? Так, забираемся сюда. Один из пяти, вот эта штука. Два из пяти. Так, тянем за вот эту хрень. Наушнички. Ой. Блин, опять надо вот сюда. Ладно. Так, где тут мандрагора? Хрен её знает. Я чуть не помню. Я видел ее вообще. А, вот она. Хорошо, что она громкая. Все. Тебе делай, что хочешь. Ори тут сколько угодно. Так, все, котел мне не нужен. Челика я спас? Спас. Вон он, да-да-да-да. Так, все, да? Щит готов? Готов. Прекрасно. Волшебница в сером, Питер Петтигрю. И Гермиона в красной толстовке. Это готово. И опять же дохренища монеток. 119 миллионов. Ну да. О, 3 миллиарда, все. Два уровня осталось узника Скована. Потом еще 6 уровней Кубка Огня. И потом найти одного челика в опасности по ходу в Хогвартсе. Потому что где он еще может быть? Ну, конечно, может быть в Хогсмиде, но это очень вряд ли. Ой, не в Хогсмиде, блин. В Косом переулке. Ой, нет, не туда пошел. Вот сюда. Так. Три персонажа, две части щита. А челик спасен. Так, да, вот здесь вот я помню, я вообще не понял, что делать. А, ну явно вот с этой странной птицей что-то связано. А, ну да. Все еще проще, чем я думал. Так, подожди, это. Ай. Да вот сюда я пытаюсь попасть. Так, теперь рыбку возьмем. Угу. Так, хорошо. И курочку. Ага, супер. Я думал... Стоп, что?
А, тут топор же. Ай. Так, ага, там персонаж. О, я помню, это очень долгий уровень был просто из-за того, сколько тут всего надо разрушать. Да, вот чел в опасности, которого я спас. Я же сломал твой улей. Почему он не сломался? Вот. Не знаю, зачем я это сделал. Так. А, ну да. Да можно мне уже запрыгнуть наверх, пожалуйста? Наконец-то. Так, тут редукта обычная, да? Профессор Люпин! А, надо по нему ударить еще. Так. А, я же еще даже не построил граммофон. Так, ладно, пластинка. Да что ты... Так, все. Так, теперь вот эта зона последняя с дементорами. Ага, тут два персонажа и пуффендуйская часть щита. Да, тут редукта. И змейка. О, Корнелиус Фадж. Так, а тут... тут надо вот эту штуку сломать. Да. Встаньте все от меня, и я строю. Так, а тут, ага, вот эта штука. Ну. Вот. А, типа в одной из них ничего нет? Пуффендуй, а в одной Макнер. Уолден Макнер, да. Знаю такого. Да нет. Профессор Люпин, Корнелиус Фадж и Макнер. Все готово, сделано. Монетки опять много. Все.
Так, последний уровень узника с кабана остался. Давай. Вот так, тут челик, три персонажа, две части щита. Да, тут дохрена всего. Ага, вон тот челик, да. И персонаж тоже там же. Да что ты? А, ты не умеешь. Так, тут у нас кирка будет, которая все это сломает. К сожалению, не автоматически. Да ломай-то уже. Так, эти штуки делать не обязательно, потому что я их уже сделал. Да. Джеймс Поттер, призрак. Так, чела спас. Хорошо. А, до хрена монеток. Так, тут что надо делать, я не помню. Я не помню. А, все, понятно. Прекрасно, прекрасно. А, их надо еще ударить, да. Ай! Так, тебя. И еще одно построить. Все, погнали дальше. Ага, сразу же персонажик. Лили Поттер, призрак. Ну да. Вот это вот. На этот раз я по-умному делаю. Играю за двоих персонажей, а не одним. Туда-сюда. Так. Крюкохват. Подождите, у меня две Гермионы. Зачем мне две разных Гермионы одновременно? Это очень странно. Окей. Так, ага, тут надо вот все вот эти редукты вбивать. Так, вот одна. Еще одна. Пять из шести. Где еще одна? А, понял. Пуффендуй, пуффендуй. А, окей. Я тоже боялся, типа, чего, как я его достану там. Если он в воздухе висит. К счастью, смог. Сорян, профессор Трелони. Сириус Блэк. Так, все. Трех персонажей я нашел. Челика спас. И все сделал, да? Все, можно спокойно заканчивать уровень. Так, так, так. И вот этот босс. Thank you.
Да, ты все заморозил, и что дальше? Я все равно уже достал необходимые предметы оттуда. Да, что такое? Да, уйди ты! Так, и снова достаем все вот это, отбиваемся от оставшихся сегментаров. Ай. Да, ты заморозил нас, еще. Вантус все равно окажется у тебя на роже. Все. Отлично, Джеймс Поттер, привидение. Лили Поттер, привидение. Сириус Блэк. Это сделал. Я такой молодец. Много монет такой. Так, так, так. Угу. И его тоже спас. Пришла пора пойти в подвал. И так, раз и два. Подвал, жди меня, я иду. Так, так. Ой, не туда пошел. Вот. Так, что это у нас будет? А, автобус «Ночной рыцарь», да.